Ничего себе, мама меня отправила за покупками, как взрослого прям. Я что, его потерял по дороге? Так, поправлю. И, наверное, хватит. Пойду-ка я уже на кассу, а то уже места нету в корзинке. Главное, за сок не забыть заплатить. Думаю, все по списку купил. Мама будет довольна моей хорошей памяти. Ой, пойду погулять схожу. Скучно дома сидеть одному. Сейчас вот обуюсь и пойду. Никто не хочет со мной гулять? Ну и ладно, сам пойду. О, Федор, а куда это ты собираешься? Куда-куда? Гулять пойду. А что такое? Гулять пойдешь? Так это ж отлично. А ты не мог бы сходить в магазин? Я тут список написала. Очень надо мне помочь. Конечно, мама, могу. Давай твой список. Я ж большой. Конечно, ты большой. Но я, чтобы ты его не потерял, положу тебе его в карманчик. И потом его в магазине достанешь из кармана. Прочитаешь и купишь все по списку. Я на тебя надеюсь. Ты у меня уже совсем взрослый. Хорошо, мама, спасибо. Я возьму только кепку и побежал. Где там моя кепка? О, вот она. Ну все, мам, пока. Пока, мой хороший. Только внимательно, все по списку. Я на тебя надеюсь. Ой, не волнуйся, мама, я совсем справлюсь. Я ж большой парень. Ничего себе, мама меня отправила за покупками, как взрослого прям. Правильно, я ж большой. Все куплю, что надо, тем более по списку. Так, дорогу надо перейти внимательно. Ай да я молодец. О, тележка. Здорово, берем и идем. Что-то я призабыл, что мама говорила. Так, где же мой список? Где же он? Я что, его потерял по дороге? И что же мне теперь делать без списка-то? Но я-то взрослый, я знаю, что надо покупать домой. Пойду. Домой всегда надо покупать то, что любишь. А что я люблю? Ага, чипсы я люблю. Беру чипсы. Пачечку побольше возьму. Семья-то у нас большая, чтоб надолго хватило. Даже две. Отлично. Так, чипсы взял. Что же еще? Пойду смотреть, что на глаза попадется, там и вспомню. О, а бить-то что-то надо? Явно мама в списке колу писала. Возьму колу. Ой, люблю я кока-колу. Отлично. Так, колы маловато одной. Возьму еще фанту, наверное. Ага. Вот достаточно. И дальше пойду. О, печенька. Как-то я помню, мама мне покупала. Я думаю, что она в списке это тоже написала. Но я ж не виноват, что я его потерял. Зато память у меня хорошая. Берем. Дальше иду. О, еще я думаю, мама не забыла написать в списке киндер-яйца. Я же их тоже люблю. А мама любит меня. Вот эти возьму. Четыре возьму. Братикам и сестричке. Ай да я молодец. Как взрослый. Еще и маме возьму, хватит. Ну и папе. Ну и папе возьму, ладно. Все, ухожу, ухожу. А то сейчас одни в киндеров наберут целую корзинку. А еще надо для чего-то место оставить. Что же еще могла мама написать? О, M&M's. Возьму. Раз, два, три. Отлично. О, еще и Барни. Мама тоже часто его покупает для нас. Отлично. Ах, мама удивится, как я так список потерял, а все помню. Что же еще купить? Ой, любимые мамины конфеты. Возьму ей. Удивлю ее. И для Сони возьму пачечку. Отлично. Ой, что-то пить хочется. Колу я не открою сам. Пойду сок поищу. Так, где же мой любимый сок? Надо его взять обязательно. О, яблочно-виноградный. И его мама 100% написала в список. Она же знает, как я его люблю. Сейчас заодно и попью. Ой, перерыв пока. Попью я сок и пойду дальше. Наверное, ж мама и игрушки должна была в список написать. Она мне всегда машинку какую-нибудь покупает. А вот и детский отдел, отлично. Каких у меня машинок нету, надо посмотреть. Мама ж точно должна была написать про машинку в списке. Вот, вот эту, пожалуй, возьму. И еще. Так, пойду-ка я еще что-нибудь в игрушках посмотрю. Машинки для меня мало. О, слаймы. Вот это я обожаю. И оранжевый возьму, мой любимый цвет. Слайм это, конечно, хорошо, но вот та зеленая машина, мне что-то очень приглянулось. Ее тоже возьму. Не должна мама ругать. И серую еще. Я тут тоже возьму. А что она одна тут? Скучать, что ли, будет? Нельзя, чтобы машины скучали. Так, поправлю. И, наверное,
Ладно, хватит. Пойду-ка я уже на кассу, а то уже места нету в корзинке. Главное, за сок не забыть заплатить. Думаю, все по списку купил. Мама будет довольна моей хорошей памяти. Не каждая мама такая. Мама, мама, смотри, какой я себе велосипедик подобрал классный. Давай такой купим. Ой, Федор, это какой-то совсем маленький велосипед, несерьезный. Можно что-то побольше выбрать. Слазь. Смотри, я тебе какой присмотрела. Во, вот это я понимаю, велик для взрослого парня. Нравится? Ой, нет, мама, это очень большой, я даже до руля не достаю. Ну да, что-то не то, ладно, слазь. Не каждый папа такой. Ну что, Федор Сергеевич, пошли велик тебе выберем, да? О, папа, стой, вот смотри, вот этот черный большой мне нравится. Вот этот огромный? Да, отличный велосипед, именно этот черный класс. Нет, Федор Сергеевич, мне кажется, этот велосипед для тебя просто огромен. Я предлагаю... О, вот тот велосипед. Смотри, какой классный. Присаживайся. О, класс. Спасибо, папа, что помог выбрать. Этот самое то, что надо. Я рад. Не каждая мама такая. О, мама, смотри, какой классный мячик. Давай купим. Федор, какой-то он маленький. Пошли побольше купим. Побольше? Ну, пошли посмотрим побольше. Пошли, пошли, я тебе покажу. Вот, смотри, Федор Сергеевич, вот это я понимаю мяч. Смотри какой, давай такой купим. Нет, мама, это какой-то очень большой для меня. Ну так зато посмотри, какой классный, давай купим. Нет, мама, этот мне не нравится. Не нравится, да? Ну ладно, как хочешь. Не каждый папа такой. Так, ну что, Федор Сергеевич, лето, в мяч надо играться, да, погода позволяет. Вот, папа, вот, посмотри, какой классный огромный мяч, такой мне подойдет. Точно этот, он такой огромный. Больше тебя, ты что, дай-ка я его положу на место. Ну да, большой. Федор Сергеевич, давай руку. У меня есть идея. Вот, я нашел размер мячика для тебя. Даже не эти. Вот, смотри. О, отлично. Супер, папа. Спасибо. Я рад. Пас. Не каждая мама такая. Так, что бы нам еще купить тебе, Федор? О, мама, смотри, какие гантели классные. Смотри, мама, как у меня получается. Федор, ну так ты их уже поднимаешь. Смысл с них? Сейчас я тебе покажу другую. Беда, какая гантель. Ну-ка попробуй. Что, не можешь поднять? Тяжелая, мама, ты что? Вот, если не можешь поднять, значит надо брать и качать мышцы. Держи. Не каждый папа такой. Так, папа, смотри, гантели. Класс. Вот эту большую хочу. Ух ты, какая классная. Федор Сергеевич, подожди, подожди. Она же тяжеленная, ты что? Даже я чувствую, что тяжелая. Я предлагаю тебе вот те гантельки. В каждую руку по одной. Ну-ка, давай. Вот эти? Да, хотя бы эти. Ну-ка, давай-ка, давай-ка. Класс, давай возьмем, мне эти нравятся. Отлично, пошли.